Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Realme C25Y, и в этом видеоролике мы полностью настроим экран блокировки этого устройства, то бишь мы поставим на него пароль, отпечаток, лицо и там вот все. Для этого давайте зайдем в наши настройки, а в настройках пролистаем вниз до пункта безопасность. И начнем с первого. У меня уже есть графический ключ, давайте я его отключу. И покажу вам, как оно все выглядит в ситуации, когда у вас нету совсем никакой защиты. Здесь нажимаем «Нет», нажимаем «Отключить». И вот так у вас выглядит телефон. Во-первых, давайте поставим на него какую-то самую стандартную защиту. Это может быть графический ключ, пин-код или пароль. Я обычно выбираю графический ключ. Рисуем его дважды. Обязательно запоминаем, в случае, если вы забудете, придется сбросить телефон до заводских настроек. И переходим к отпечатке пальцев. Вводим пароль, который мы уже создали. Дальше, смотрите, во-первых, берем какую-то ткань или что-то в этом духе, берем наш сканер отпечатков пальцев, который находится здесь, и протираем его, чтобы он был идеально чистым. Дальше обязательно моем руки, это тоже важно, потому что если у вас руки слегка жирноваты, то палец просканируется хуже, и в будущем разблокировка по лицу будет работать медленнее. После этого нажимаем «Далее» и касаемся пальцем сюда, к сканеру. Упс, я случайно погасил экран. Ладно, давайте сделаем это еще разочек, я случайно не туда нажал. Заходим в отпечатки пальцев, вводим пароль, нажимаем везде «Далее» и прикладываем палец много-много раз. Прикладываем его, важно, разными сторонами, не только серединкой, а вот прям краями, чтобы телефон зацепил прям каждую часть вашего пальца. И нажимаем «Готово». После этого мы добавили один палец, потом можем добавить еще, сколько вам нужно. Плюсом к этому можно еще настроить Face Control. Здесь вводим пароль. И что мы делаем? Мы опять же берем какую-то тряпочку и в этот раз уже протираем всю верхнюю часть нашего телефона, где находится камера, и вокруг нее, потому что вокруг камеры еще находятся разные датчики, которые используются во время разблокировки по лицу. Нажимаем «Разрешить», и теперь еще перед тем, как сканировать свое лицо, убеждаемся, что мы находимся в помещении с хорошим освещением, потому что если будет слишком темно или слишком светло, то да, ваш телефон все равно просканирует ваше лицо, но потом, в будущем, разблокировка по лицу будет работать намного медленнее, чем она могла бы работать на самом деле. И нажимаем «Начать», после чего показываем свое лицо в данном кружочке. Нам пишет «Готово». Нажимаем «Ок». Теперь можем зайти сюда снова в Face Control и, к примеру, удалить данные своего лица, если вы хотите его выключать. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. И всего хорошего. До свидания.